Грязевые монстры вышли из вулканов и захватили нашу на планету на. Поглядим, что это вообще. Контрос. Стандартное управление. Игра, кстати, можно его заменить, если прижелали. Чувствительность мыши можно повысить. Здесь нам опять показывают кадру. A time ruled by bandits and pirates. Perhaps the city was a symbol of progress. Its bright lights could be seen for miles. But far away, on the obsidian flats, a new darkness was growing. In the fiery shadows, a young boy named Simon Welk was all alone, sculpting legions of monsters, hideous giants that would unleash a wave of destruction. Soon, darkness covered Hub City. Years passed without a glimmer of hope. Then, one day, a light appeared on the horizon, bringing with it a stranger who had journeyed all the way from Earth. His name was Max, and he had come to save Hub City. I win that. Oh, man. Look at him, boy. Blah. Испугался. This is gonna be a piece of cake. А вот это тебе как? What the? Какашки мне на него. Немного подождав, мы... Начинаем или нет, я не знаю. О, начали. Графика вполне себе приемлемая. Естественно, надо сражаться против вот этих грёбаных грязевых монстров. Здесь мы действуем сообща с другими нашими товарищами. Большие монстры, с ними наверняка будет справиться сложнее, но мы справляемся и бежим дальше. Так, мы зачистили, кажется, нет, тут пишет новый гаджет. Один, два, три, на цифрах чего-то там. Вот, мы уже можем стрелять, на цифрах переключаем оружие. Цифра 2, цифра 1 это вот эта вот дубинка, цифра 2. Это какая-то стрелялка. Игра прикольная, меня порадовала. Казушки хорошие. Вот мы входим на новую локацию. Начинаем палить, но у нас закончились патроны. Приходится драться в рукопашку. Вот появились патронки, и мы начинаем бесить. Опять патроны закончились, и мы вновь вступаем в рукопашный бой.
Так, продвигаемся по городу. И зачищаем это, что за чудо. Вот мы как получаем и решил, что нас так не подали, а обшибся. Тут я попал под раздачу. Надо срочно выбегать из окружения. У меня появилось дальнострельное оружие. И я начал стрелять и застрелил несколько. Главное здесь не попасть в окружение. Атаковать. Смело, дружно. Какие-то ящики, в которых мы находим патронки для нашей пушки. Хотя не знаю. Какие-то бонусы. Коробки с карандашами всякие. Вот эта коробочка, которая попала. Скажу вам так, игра меня порадовала. Я не ожидал, что все так будет прикольно. Какой-то ключ. Залазим в экскаватор, получаем этим ключом. И спасаем пацанёнка, братик. О, мэн, I'm soaked! Какими-то перчатками мощными. Это третье оружие. Надо испытать его срочно. Их слишком много. Их слишком много. Я один. Поэтому надо отступать. И отстреливаться. И не позволять врагам окружать. Вот основные правила выживания. А потом один на один отомстить им за все причиненное зло. Кто-то где-то топчется. И вот мы тоже получаем по мордасе. Что-то на них эти перчатки как-то неэффективно действуют. Дубиночка, пожалуй, будет лучше. И вот мы расправляемся. Начинаю. И видим какого-то... нехорошего. Чилдобрека.
Это, видимо, какой-то босяк. Здорово, нам предстоит ликвидировать. Срочно в порядке. Да, чувствую, нам это не удастся его. Он очень крутой. А у нас всего 4 жизни, что-то 5. И вот мы погибаем. Я так понимаю, ребята, победить этого босса мне не судьба. Но я надеюсь, что у вас это получится. Игра хорошая. И вы найдете наверняка способ, как одолеть этого Тарглафопа. Поэтому играйте, я вам желаю удачи. Я нашел, кажется, способ. Я вот его оглаушу. Давай перчатками мочить мальчишку злого. Но он вызвал, как вы видите, подмогу. И уничтожил.